Туфли у меня обычные черные лаковые, строгие. Не лабутены, к сожалению, но когда-нибудь я на них накоплю. И высота каблука 12, да? Ну, мне кажется, у тебя 12, у меня повыше, наверное. Мы живем в цифровое время, поэтому такие выставки должны проводиться чаще. И к тому же я уже не раз присутствую на таких выставках, именно мультимедийных. И мне кажется, что сопровождение музыкальное и вот эти вот огромные экраны, они помогают больше проникнуться творчеством. Поэтому мне кажется, это даже более достойная замена обычной выставки. Да, но мы не измеряли. Мы просто пришли, подставили, прошли. А о лабутенах? Ну, о лабутенах, мне кажется, она, может, и не мечтает, а я-то мечтаю. Я очень люблю высокие шпильки. И... А чё бы не лабутены? Мне было интересно, вот как воспринимается его творчество в таком формате. Вот. Это интересно, очень затея. Наверное, мы несколько старомодные, потому что больше нравится ходить, картины. Видеть картины, да, вживую.